Привет, ребят! Перед нами телефон Asus Zenfone 8 Flip, и в данном видеоролике мы на этом устройстве. Угадайте, что будем делать? Думаю, вы уже знаете по названию этого видеоролика. Мы будем разделять экран. Как же разделить экран этого телефона на две части, то есть открыть половину на половину, два приложения? Для этого мы, если у вас включено управление жестами, как у меня, мы проводим вот до такого уровня, зажимаем здесь палец и отпускаем, чтобы попасть в такое место. Если же у вас здесь три кнопочки, вы нажимаете, по-моему, или на правую, или на левую, на квадратик такой, чтобы попасть тоже в это меню. Здесь мы что делаем? Мы нажимаем на иконку приложения, в моем случае это настройки, и здесь выбираем пункт мультиокна, и у нас открылось какое-то приложение на половину экрана, в моем случае это настройки. Дальше у нас есть еще какие-то настройки, мы открываем их. И теперь, как видите, мы можем пользоваться одновременно двумя приложениями. Если мы хотим изменить размер приложения, мы можем тягать вот этот ползунок, делая одно приложение больше, второе меньше. Если же мы хотим закрыть это меню, мы просто тянем или вниз, или вверх до конца самого, и переходим в стандартный режим. На этом все. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и пока!